Итак, дорогие друзья, переходим к работе наших техник БТММ с шеей и головой спереди. Ну, то есть, вот когда человек лежит на спине, да, голова обращена к вам. Соответственно, смотрите, мы в чем наша вообще цель вот этого данного массажа? Мы подготавливаем тело к дальнейшим манипуляциям, к трастам, это хруст, да, к тракциям, это растяжение. Ну, в общем, к мануальным манипуляциям. Значит, мы берем шею, чуть-чуть масла, надо буквально капельку. И начинаем разминать ее с этой стороны. Вот, здесь нас интересуют какие мышцы. Ну, во-первых, вот у человека может быть зажата вот эта вот мышца. Вот он тут крепится, вот идет, с видом отростком крепится вот к бугорку черепа, вот этот бугорок. А вот тут находится лимфоузел. Ну, их тут много, вот с этой стороны, вот тут они, за ушами. Вот, на их нельзя пережимать, да? Мы будем работать с вот этой вот, с вот этой мышцей. Вот, что мы будем делать? Ну, для начала ее, вот мы их немножко так разминаем, да, с перевидными движениями. Тут мышцы достаточно нежные, поэтому, тем более сонная артерия идет, поэтому не надо сильно жать вот спереди на шею, на гортань. Редко вообще кто делает, особенно вот там вот массировать вот эту вот мышцу. А это все вот у нас выводит лимфу черепа вот туда. Подключичную зону. Далее, смотрите, вот она может быть натянута так, что пережимают сонную артерию, у человека головные боли могут быть, да? Или, она, или там есть вот лестничные мышцы, которые от позвонков идут и крепятся к ребрам. Они внутри могут пережимать артерии. Вот поэтому там тоже нужно расслабить вот эти вот части, отключиться вот спереди, да? Вот мы их немножко оттягиваем. И расслабляем. Это вот такой миофасциальный релиз. Вместе с мышцами тянется фасция. Фасция, это знаете, что такое? Нет. Ну, грубо говоря, каждое мышечное волокно, оно одето в такую пленочку. Ну вот как, не знаю, ну мясо резали, говядину, например, там видно, это пленка, плева или плевра, там по-другому называется, это вы ее снимаете, да. А здесь вот у человека тоже есть фасции, они бывают тоже спазмированные, тоже стянутые. А бывают они еще, там, комочек, складочка такая образуется, да. Поэтому вот мы растягиваем фасции здесь, вот тут они, да. Вот так вот. Да, между ключицей и ребром там тоже есть мышцы, их тоже вот надо размять. Ну не сильно, да? Ну не сильно. Не, почему? Тут можно сильно. Mm. Не сильно, ты говорил, где лимфа и вот здесь. Здесь можно посильнее, но насколько человек терпит. Вот. Ну, соответственно, симметрично. И лимфу можно отодвинуть вот туда. Под мышки. Такими мягкими, плавными движениями. Так. Теперь, смотрите, вот саму шею. Как мы ее можем растянуть, вот эту мышцу, еще одновременно? Немножко повернув шею вот так вот. Вот, упираемся вот этими мышцами своими в те косточки, вот в эти вот косточки, да, где она крепится. Ну, видно было, да? Угу. Вот, шарики, вот, да. И упираемся в ключицу. Растягиваем шею, получается. Да. Тянется? Ну, чуть-чуть, да. А, по голосу слышно, как тихо. Тут не именно шея тянется, а вот эти мышцы, я про них говорю. То есть, вот мы мышцы вот эти стягиваем, да? Можно их и по отдельности взять. Помните, я говорил про релиз, да? Вот берем ее, находим. Но так будет сложнее и дольше работать, когда мы ее отдельно тянем. Способов может быть
много. Можно опереться одной рукой вот сюда, а пальцем вот сюда, в нее, видите, вот сюда. Угу. Она крепится прямо вот где ключица начинается. Здесь есть этот комочек. Сустав. Вот этот комочек, это сустав. Вот она туда уходит. Вот. Прямо под него получается? Да. А, прямо на нем? На нем. Ну, там, за ним чуть-чуть. Ну, так, чувствуешь, тянется? Угу. Вот. Так, ну, соответственно, симметрично все это делаем. Аккуратнее, гортань не пережмите человеку. Вот, ну и целиком тут много мышц, на самом деле, да? Можно их тянуть. Убираюсь учиться. Вот, это все, весь пучок вот этих мышц. Названия мы сейчас не будем эти всякие медицинские изучать. В практике сами названия, термины и медицинский сленг нам не поможет. Вот, просто надо понимать, что там целая группа мышц, вот мы их все... Тихонечко так вот вытягиваем. Вот, методом релизинга. Далее берем голову, поворачиваем. Ну, во-первых, мы можем проверить, протестировать, да, насколько она у нее поворачивается. Вот такая, такое движение. То есть это вот тоже как диагноз. Такое движение. Да. В данном случае симметрично. Но не, видите, когда вот чуть-чуть начинает дальше, немножко тянуть, как будто задерживает. Да, функциональность у него как бы нарушена, и получается за счет подъема лопатки пытается довернуть голову. Вот у меня так же было. Да? Вы мне своим массажем на ноги поставили. А, сделали, да? Вот. Ну, в норме человек, когда он поворачивает голову туда и туда, на 80 градусов, еще лучше на 90 градусов, это норма. Если начинаешь что-то стягивать, то значит уже какие-то блоки есть функциональные. Вот мы их будем снимать. Так, еще раз. Разминаем шею сзади обычными вот такими движениями, массирующими. Теперь мы переходим от релизинга к массажу. Видите? Но здесь мы тоже могли бы натереть вот так вот, понимаете? Но это бессмысленно. Лучше растянуть. Вот. С трапецией. Берем трапецию, тянем. Опять же, лучше, когда вот так вот мы ее вытягиваем. Ну, кстати, видно, как вытягивается. Да, вот очень заметно. Вот. Кстати, где крепится трапеция спереди? Вот видите, уголок такой получается. У ключицы. И вот она, трапеция, вот она заканчивается. Вот заканчивается, да. А дальше идет вот туда. Угу. Ну да, вот эти точки. Вот они, уже не говорили. Так, теперь, подожди, не отвлекай, мы же все-таки про массаж шеи спереди делаем. Вот, теперь смотрите, какой прием. Захватываем вот таким гребнем с той стороны шею практически от, наверное, второго, третьего грудного позвонка. Вот там вот они. Упираясь в стол вот этими косточками, мы вот так вот ее прокатываем, эту шею. Прокатываем раз, прямо, продольно, да-да, только косточками вниз. А, вот так? А второй раз, ну, уперевшись. Вот, второй раз мы можем прокатить ее вот по очереди, так как бы покачивая. И третий раз с вибрацией. На себя. Естественно, мы делаем тракцию, да, вытягиваем утяжение шеи на себя. Вот смотрите, вот поднял, поставил и прокатываю медленно. Боку снимает, она не должна быть видно. Вот. Второй раз. Вот так вот немножко покачивая по очереди получается. То есть получается вдоль вот этих мышц. Да. И вот заканчиваем движение тем, что вот положили голову на чашечку такую, сделанную из рук. И вот эти мышцы сосцевидные, так вот мягко, сейчас прям просто боком, чтобы было видно. Так вот мягко проработали по всему черепу.
от лба по массажным линиям. Брови. И вернулись обратно вот туда. А теперь с вибрацией третий проход. И продолжаем тянуть, тянем на себя. Вот эти остеопаты, они вот так вот вытягивают позвоночник пальчиками. Но делают это долго, они там минут 40 так сидят. Конечно, тоже напряженная поза, но работа другая, отличается от массажистов. Захватили всю голову. Получается, как бы вот такую чашечку. Мягко, не пережимая лимфоузлы, не давя на кости. И вот у нас началась тракция. Видите, как шея тянется? Можно захватить по-другому. Одну руку снизу, вторую руку аккуратно вот так вот, на подбородок. Только не на кадык. Можно заходить еще мягче. Плечи так, немножко уперевшись. Потом делаем тракции под углом 45 градусов примерно. В каждую сторону. Повернули голову и развернули ее тоже на 45 градусов. Далее тракцию вверх. И немножко раскачали весь позвоночник. Вот так вот. Еще есть такой прием — мобилизация. Это вот те самые восьмерки, помните, мы делали их и руками, вот так вот, да, и локтями, и всем телом вот так вот мы делали, да. Ну, здесь у нас вот локально с черепом мы работаем, вот так вот мягко подбираем, да. Так, вот он не до конца расслабляется, тогда надо немножко сдвинуться ко мне. Можешь ко мне чуть подвинуться? Еще, чтобы голова висела. Так, вот, стоп. Вот она лежит, да? Кстати, можно стул использовать, да, для этого. Уже можем услышать хруст. И видите, я все-таки разминаю. Я дополнительно делаю разминание с обоих сторон симметрично. Вот. Давай двигайся обратно. Это я просто показал прием перед вот этими мануальными. Немножко забегая вперед, потому что он как раз мануальная терапия, это будет там 5-6 день. А теперь смотрите, еще какое растяжение мы делаем. Поворачиваем голову. Захватываем за череп. Практически все мышцы сейчас будут тянуться. Вот я положил за череп, видишь, голова лежит, череп лежит в ладошке. Зажимаю челюсть ему, а вот этой рукой упираюсь в ключицу и в плечо. И как бы под 45 градусов я растягиваю по спирали, спиралевидно, да, и по диагонали. Вот, теперь чуть-чуть перекладываем руку на скулу и тянем вот туда, больше угол. С фотографиями это можно назвать, нажать фото. И третье. Кладем руку на висок уже, а тянем практически к пальцам ног. Ты что подсказываешь? Видел мы, что ли, смотрел? Да? Просто предположил из последних уроков. Да, то есть получается в три стороны. Ой, три направления у нас растягивания. Чуть-чуть меняем разные мышцы. Вот смотрите, в нижнюю челюсть и тяну, тут практически упираюсь в стол, вот туда. То есть вот так у нас получается движение. Второе растягивание у нас вот так вот, под 45 градусов. Руку практически не перевожу, только на скулу упираюсь. Да. И третье у нас вот такое направление. Вот, и еще раз
расслабили мышцы, растрясли головушку, покачав ее в ладошках, успокоили человека. Можно переходить к массажу лица. Об этом я расскажу вам в следующем видеоролике. А на этом закончим массаж шеи спереди.